Первое, что я делаю, когда ко мне приходит новичок, я ему говорю: снимай трусы. И большинство снимают, не задавая никаких вопросов. Что там, мальчики до контролера пока еще не дошли, да? Дашки что-то дешевые пока. Так, что новое подошло? Установить Wi-Fi камеры. Подождет. Мы усатого делаем. А, дальше будет ренегатом, тут не место. Погнали. Ренегатом попробуем сделать. Скоро на маяк. Нет. Не хочу идти на маяк умирать от челоботов на 40-й минуте. Только не маяк. Дайте угадаю, 0 диких в подземке. Задание прям как в Джон Уике, невыполнимое. Это очень тихий рейд пока. Это слишком тихий рейд. Да ё-моё, это два бота. А как? Он же открывал эту дверь. Хули она закрыта? Там пати. Ненавижу гранаты в этом патче. От них надо какое-то действие, но они ничего не делают. Подруга? Подожди. Ха! Это кривейшая граната взорвала первого типа. Это просто наикривовейшая граната была. Блин, у них рейдеры были, они рейдеров убили. Пипец. Они рейдеров забрали, чуваки. Нормально, у типа АПшки. УЗИ были. Этот вайп идет хорошо. Мы уже закрыли немало квестов и уже почти на полпути к капе. Но что делать, если на личном фронте ты все еще не нашел, кому отдать свои лишние солевы? Я советую скачать приложение для знакомств Ковер. Здесь ты легко найдешь свою вторую половинку. Смотри до конца и узнаешь почему. Во-первых, в ковре не нужно никого свайпать. Вместо пролистывания влево-вправо можно сразу напрямую написать любой понравившейся девушке. Анкеты можно в два клика отфильтровать по городу, возрасту, полу, целям и интересам. Так ты быстрее найдешь ту самую. Классная фишка ковра еще в том, что здесь доступна афиша с необычными мероприятиями и локациями крупных городов России. А недавно список городов с афишей пополнился еще Сочи, Краснодаром и Новосибирском. События здесь на любой вкус, от вечеринки с бомжом до романтических киноужинов, стендапов и выставок. Можешь сразу в приложении выбрать, куда сходить с девушкой на свидание. Для особо искушенных даже есть подборка событий 18+. Кстати, в ковре шансы встретить ту самую в два раза больше. Здесь низкая конкуренция среди мужчин. Соотношение парней к девушкам составляет 30 к 70. Поэтому не затягивай и скорее сканчивай приложение Ковер по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Создавай анкету, знакомься, влюбляйся, живи жизнь так, чтобы было что внукам рассказать. Блин, ну с лутом хоть на D2 иди, ей-богу. Пол ляма на себя надел. Это не мое. Это не мое. Что такое? Блять, закинул, я тебе все же говорю. И посмотрите, где эта грена взорвалась. Она взорвалась вот тут. Он умер аж там. Блин, у меня есть идея. Светлая причем. Тут же багованная лестница. Интересно, пофиксили баг или не пофиксили? Пофиксили. 10 тысяч раз пофиксили. Это не баг, это аномалия, понял? Escape from Stalkov. Нет, мои гаечки. Там псих с дробашом. О боже, ну сделай хоть что-то. Челобот, стреляющих своих. Ура. Победа. Сюда, походу, сейчас весь челоботский сброд сюда придет. Раненый зверь. Это я. Тот, кстати, дальний почти убил меня. Животное в голову мне дал.
Он все понимал. Он когда упал вниз, он увидел меня. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. И тут в чате: Джоэн, какая-то тварь убила меня. Я уже на выход шел на челоботе. Я 20 минут искал этот рейд на диком. Тоже, браток. Резерв кормит. Я так хочу, чтобы Сима не кончался. Покажи свой постэффикс, пожи. Показываю, друг. Вот мой постэффикс. Запомни. Машинист Ашот, Светлана, отбываем. Будут стримы по дедлок? Вряд ли. Вася, ну ты пиздобол, Вась! Бить чувака в голову, находясь в состоянии тремора. Угу. Бить дикий в одном рейде, не используя медицину на локации лес. Оу май. Так, а тут нам полумаски, да, надо? Короче, надо локация, на которой я смогу морфий найти. Это, скорее всего, будет лес. Надо без медицины в лес сходить. О, это что, МЧС-ка? Ой-ой-ой. Че, вот? Люблю эту игру. Да, это боты были. Турман в рейде, лол. Блин, страшно. Это реально штурман. Это настоящий штурман. Да убей его уже, штурман. Что ты в самом-то деле? Как мне с вертухи две в грудь дай, так это с радостью. Ага, выживать не надо. Блин, а мне нравится АКМ. Как не знаю, преисполняюсь прям. Во всех вайпах от него открещивался, а сейчас прям заходит. Блин, ни штурман ничего не делает, ни тот тип ничего не делает. Надо звук. Надо чей-то звук. Фак! Я выебанный вообще в щи, блядь! Обработали штурмана и пошли просто 10-й дорогой в обход. Из-за того, что я стрелял в центре. От тебя воняет. Готухшим дегмом. Вот бы хоть раз с этого берега кого-то. О, я вижу. А толку что я вижу? То бот. Увидеть бы там чевака. Такой проходняковый рейд. Первый мой босс в этом вайпе, это штурман. В предыдущем вайпе, кстати, по-моему, тоже я впервые именно штурмана встретил в лесу. О нет, только не этот квест. Только не убежище. Только не письмо на маяке. Нет. Ноу. Ладно, куплю хламовник. Победа чата над стримером. Поздравляю, господа. Так, чё мы, куда дальше идем? Опять на берег, наверное. У нас там эта игра наверняк, этот металлолом дебильный. Плюс нам дали, по-моему, квест эти дома прочекивать возле болот. Let's go. А, ну да, я появлюсь в другом конце карты. Ну, а, ну да. Оу, полумаска. Мне кажется, у этого бота-снайпера больше нет ко мне никаких вопросов. Стрим без негатива, да. Я за сегодня ни разу никого не оскорбил, не обозвал. Только GG's, только спасибо за PvP. В чем он не прав? В чем он не прав? В чем он не прав? Пацаны, да сладкие они, не ссыки! Воу, пацан готов! Хорошая позиционка у ботиков. В одном кусту два придурка. Не думал, почему боты вдвоем в кусту. Да, я понимаю, что они вдвоем в кусту. Но у него не будет полумаски. Но если их двое, тогда ладно, проверю. О! О, мэн. That's good. Надо еще одна.
У них у обоих были полумаски. У двоих, чел. У двоих были полумаски. Это мега лак, я не спорю. Ждем граната от дикого под ноги. Не понял. Ты что, стримеру зла сейчас пожелал? Желательно РГН. Не, ну дружище, ты так быстро договоришься. С огнем играешь. Отличный рейд, да, согласен. Раз, два, три, четыре квеста я сделал. У меня забился хламовник. Уже. Надо на домогу, короче, компики подлутывать и морфи искать. Марушку, Никита, здорово. Здорово. Челлендж хотим. Выключи компьютер с розетки нахуй и бегом на турничке 20-очку. Не понял. Это ты сейчас быканул? Или это реально челлендж? По-моему, ты просто быканул. Боже, булку брось сюда, в спортзал! Джованни, мы тут с женой хотим на турнички пойти. Покажешь, как надо 20-ку делать. А сына с собой берете? Если сына возьмете, я еще могу рассказать про свое влияние на новое поколение. Было бы славно. А вообще фул фарш будет. Что-то лута как-то очень мало. Ну и тут же, как только ныть начал, сразу насыпало. Ага, да. Только заскулил, сразу дало лута. Тварина задирается. Съешь сгущенку? Сгущенку не едят, сгущенку пьют. Это чувак. Блять, сразу в голову животное развернулось, дало. На челоботе. Здорово, Жек. Тихо. Вы это слышали? Где-то там умер Юсек. Едрить, мадрить. Две флешки. Чё за подкрут закинули? Да, ну и трэш, конечно. Челобот стоял, лутал. Стоит бот и челобот, и мне повезло, я первого именно челобота зацелил. Прикиньте, малыш услышал, что папа подошел, папа рядом. И малыш настолько усрался, что поймал паралич и сдох от голода. Знаете, что произошло? Я умер от двух гринтрейсеров в руку. Это первый момент. Второй момент. Этого типа убило чмо. И я за сегодня ни разу никого не оскорбил, не обозвал. Которая где-то сидела в медичке. Но я не услышал этого звука. Потому что ровно этот же тип убил вот этого Юсека, которого я лутал. А хули? Увы. Здорово. Я говорю, я хаваю, дядь. Мог еще одну регнуть. Да ладно, что ты там. За 7 минут не управишься? Я не завтракал, мне тут жена поляну накрыла. О-о-о. Ну как там с деньгами? Я сижу, Джованни Джонсон, разбань плес. Ладно. Уже не могу без чата. Но мне там осталось где-то 7 диких с Ксюхи убить на тамогу. Пойду полуголый, пробую доделать тогда. А что ты реально, кстати, без вебки стримишь? Не знаю, мне как-то комфортно, вот вайбик без вебки. У меня еще такая параша, я когда подрубаю вебку, на меня тут так же нападает аллергия. Я сижу, постоянно чихаю, глаза слезятся, весь в соплях. Не знаю, как это работает. Так это тревожная реакция. Она просто у каждого человека разная. Кто-то чешется, у кого-то просто там выделения всякие. Не знаю, у меня тревоги от вебки уже давным-давно нету. Ты знаешь, что есть уровень тревоги такой, что ты не испытываешь его на себе, но подсознательно испытываешь. И тебя реагирует на это организм. Good morning. Биконы! Джиназес. Нихуя у тебя красного лута много, дядь. Ты что, богатый? Что, уже покушал? Не, сижу, чаек пью, закладу все. Ура! Победа. Партизана, да, встречал. Перелезаю такой забор, и мне просто две ППшки в грудочину влетают. Я за ноль одну дохну.
партизан это новый, новый босс, который... Новый, да, босс, который крыс ловит. Таргет это крыс. Ну ты же не крыс, это ты тебя спушишь как псих. Почему он тебя убил? А он походу, ну рядом, видимо, крысы были. Я попал под раздачу. Пиздит он всех, понял? А, справедливо, блять. Может он нахуй пойдет? Ну вот когда он меня убил, он примерно туда и двинулся. Блять, ну какой же тиль с двумя флешками фидануть просто от какого-то бомжа, который две какие-то брыганские пульки в руку дал. А это потому, что перс не прокачанный и прокает этот. Рандомная залупа может прокнуть летальный исход. Когда тебе конечность какую-то выбивают в черное, и ты не прокачан, ты можешь просто сдохнуть. Блять, ну давай с ГТ-шек тебе стрельну в руку два раза. Какая реакция будет, как думаешь? Ну если мне стрельнуть, я, блядь, просто... Вот так, все, и сдох, блядь. Не, ну дядь, ну, блядь, это ж игра. Подожди, ты играешь в реалистичную супер-дрочню про брутальных мужиков. Реалистичную? Дрочка анонимная, да. Потому что она не написана реалистичная, ты не знаешь, что она реалистичная? Нет, нет, нет. Ладно, тогда я не прав, извиняюсь. Это ультрареалистичная, симулятивная. Залупа! Не чтобы только вот так вот 4 морфия выложить квадратиком, скотина. Хуя у тебя эти, как его, заставки прикольные. Кому написать, чтобы заказать? Дашь контакт? Дед Прапор. Чё по деньгам вышло? Так, блин, я уже, не по, я уже не помню, если честно. Но по-моему, я 10к за одну заставку платил. Ну ты в курсе, что это пиздец даром почти? Он потом сказал, типа, я бы надо было брать больше. Или 15 одна. Ну короче, что-то в таком районе. О боже, нет, только не дробовик. Только не дробовик на маяке. Хотя, мне там АПшек как говна. Что терапевт третий продает, кстати? Медикаменты? Медик. Не, наверное, пока на этом хватит. Что, чатик, всем ББ, доброй ночи. Что, закину вас к Неспику, что он там сидит, пыхтит. Давайте. Лёхе, привет. Вам добра. Спасибо всем сегодня за поддержку, за просмотр. Всё, ББ. Кряу.